как вы нашли это место? Вообще-то мне брат помогал. Там живет недалеко отсюда, он знал это место. Мы читали объявление, что здесь можно, тем, которые живет в Стокгольме, можно купить здесь дачу. Здесь, кстати, очень много диких животных. И? Лоси. Медведи нет? Медведи нет. Волки, лисы бывают. Нет, бывают такие, да. Вот. Это начало как раз. А название есть у этого? Да, это называется Ваксмира колонии Стюге, омрода, типа по-шведски. То есть Ваксмира дачные омроды, дачная область. Как кооператив? Кооператив, да, так. Типа, давай мы будем оставить вот здесь тогда. Нас... Несмотря на то, что здесь дачный кооператив, здесь также закреплены парковочные места, да? Да, вот у нас здесь, на, правда скажу, на 5-6, но я хочу сейчас остановить. Вот, у нас 4 штуки тоже здесь можно, поэтому я пойду там и стоять. Вот здесь наверху. Вот. Садовое товарищество по-шведски. Аналог наших товариществ, куда люди приезжают на летние каникулы, на лето, выращивают огурчики, помидорчики. Ну, здесь также шведы ничем не отличаются от россиян. Небольшие домики, электричество, водопровод летний, туалет, взносы в кооператив, неплохие дороги. Если пойти 3 километра через лес, там будет большое озеро. Так это выглядит. Юхаяма, здесь дача. Хаяма, за сколько можно купить такой участок? Это, ну, вообще-то 200 до 300, даже до 400, от 200 до 400 тысяч крон. Это где-то 25-30 тысяч евро, да, да, получается? Да. Это с домом или просто участок? Участок и маленький домик обычно, 20 квадратных метров. Вы его перестраивали или вот... Да, вообще-то мы купили в плохом состоянии, мы его сами тратили достаточно много, все приделали. Понял. И сколько площадь участка? Участка у нас около 700. 7 соток? Да. Или 700 6, квадратов? 700 квадратных метров. 700 квадратных метров, понял. 700. Какие красивые яблочки. Ну, интересно в доме посмотреть. Хаям? Да, вот уважается. О, такая красивая дача. Конечно, сейчас уже конец сезона. Вот чуть-чуть урожай здесь есть. Яблочки вот есть, да. Вкусные. О, виноград. Виноград в Швеции. В Швеции растет виноград, тиква, друзья. Тиква, пожалуйста. О, какая огромная. То есть отопление здесь получается вот от этого вот камина. Это, вот еще, если хочешь. Правда скажу, даже это нам хватает. Понял. Ну, тут туалет. Бани нет? Есть. О, сейчас покажу баню. Ну, там, правда, уже забито. Вот душ. И сауна у нас маленькая. Вот. Тоже чуть-чуть вещи сложить, потому что уже заканчивается сезон, поэтому не используем. Поэтому используем его как помещение. Понял. А это сауна маленькая. Хаяма, скажи, а есть какие-то ограничения, допустим, на перестройку дома? Допустим, да, я да, хочу да. на этом доме возвести там 300 квадратов или кирпичный дом. Это не имеешь права, нет. Это дача, это вообще ты имеешь право только на, то есть 21 метр квадратный метр на человека? Да, на каждую дачу, да? 21 квадратный метр, домик маленький строишь и гараж, как называется? Перестройка. Помещение, чтобы пристройка. Да, больше ничего практически. Но если будешь делать вот как здесь, да, местечко, чтобы сидеть,
Мы же не закрывали его бетоном или крышу не делать такое, это тоже разрешаю. Вот здесь 20 квадратных метров, чтобы мы сидели. Понял. Вот здесь, например, тоже, это не читается, такие места. Вот здесь летом, например, тоже, вот крышка есть. Вот здесь сиди, пожалуйста, тоже как маленькая комнатка. Но это считается, не читается, это можно. Такие. Ну а делать его как комната нельзя. Большую Понял. Комнату или дом строить нельзя. Понял. Пойду посмотрю, там еще дома. Да, конечно, конечно. Вот с этой стороны у нас сзади тоже. Я уже видел, я там уже снял. Есть, попадаются очень красивые участки. Кстати, здесь огромные такие коты, которые вкусно пахнут. А так происходит покупка. Обязательно шведский флаг. Кстати, этот дом хотят продать, это покупатели.